уникальный, редкий, исключительный, необыкновенный, неповторимый, единственный в своем роде. Такое определение дает словарь. Этот термин применим и к Новоуральскому детскому саду номер 22 «Надежда». Садик еще 3 года назад первым в России вошел в сеть всероссийского проекта «Школа Росатома». Он единственный в Новоуральске сетевой садик и уже выпускник проекта. 3 года педагоги 22-го садика работали над внедрением новых сетевых стандартов в госфедеральных государственных образовательных стандартов. Экспериментировали и внедряли свои собственные разработки в жизнь, в работу дошкольного учреждения. Эти инновации стали настолько уникальными, что теперь педагоги Новоуральска и разных городов России с большим желанием и удовольствием приезжают на многодневные стажировки в уже знаменитый Новоуральский детский сад номер 22. Совсем недавно у нас было большое мероприятие «Школа, устремленная в будущее». К нам приезжали федеральные эксперты. Так вот, одна из федеральных экспертов, Улановская, сидя в зоне Open Space, которую вы сегодня тоже увидите, сидела, смотрела на все происходящее и говорила: «Я впервые в России вижу такое». Так вот, те, кто еще не видел впервые такое, вы сегодня увидите. Всероссийский проект «Школа Росатома» госкорпорации «Росатом» – уникальный проект. Он дает колоссальные возможности и для детей, и для взрослых, и для муниципалитета – жить, развиваться, действовать. Как и Новоуральский детский сад номер 22, который вышел уже на новый уровень проведения мастер-классов и разного уровня семинаров для коллег со всей России. Покажи себя. Покажи. Да, у меня фотография здесь. Да, и что это значит? Это значит, что когда мы пойдем в Open Space, это игровая комната. Так, ты выбрала именно туда, куда ты хочешь пойти. Чем ты там будешь заниматься? Это рисовать. А, рисовать будешь. Я останусь в группе, потому что я буду показывать театр. Если Новоуральский садик номер 22 – выпускник сетевых учреждений проекта «Школа Росатома», то садик «Снежинска» только начинает этот 3-летний путь. Увидеть воочию то, к чему нужно стремиться, приехали педагоги из Снежинска. Вы сегодня находитесь в детском саду номер 22, который выпускник сетевых детских садов, а вы только влились в эту сеть. Вот что интересного для себя вот удалось подчерпнуть? Да, я уже несколько лет хотела приехать в Новоуральск, вот не удавалось. На стажировку хотела приехать, и я сейчас вообще очень рада здесь быть, потому что мы только начинаем, у нас очень мало опыта. Более того, у нас новый детский сад, который работает чуть меньше года. То есть среда, подготовленная образовательная среда, еще очень, скажем, мало насыщена. Нам предстоит очень много работы. И мы сейчас стараемся учиться у таких опытных товарищей, как вот этот детский сад в Новоуральске, у Натальи Юрьевны, у ее коллег, у детского сада из Зеленогорска, который тоже выпустился в этом году. И набираться как можно больше опыта, чтобы отлично сработать, чтобы построить open space, чтобы запустить новые программы образовательные. А самое, вот, на мой взгляд, вот знаете, можно найти деньги и среду сделать. Но самое сложное вот в этой во всей ситуации – перестроить работу воспитателей. Самое главное во внедрении инноваций – перестроить отношения воспитателей с традиционного стереотипного мышления на то, чтобы они смотрели на ребенка, шли за ним, давали право выбора малышам и возможность принимать самостоятельные решения. Сегодня в Новоуральском детском садике что больше всего удивило, поразило? Вот сразу, мы еще до этого вот как бы не доросли, что дети могут свободно перемещаться по всему детскому саду, что дети могут выбирать ту деятельность, которая, это может быть не так непривычно, но то, что и в Open Space они могут пойти, и в какую-то еще студию, еще куда-то, и это их выбор, это их ответственность, что они хотят сегодня делать, чем они хотят сегодня заниматься. Мы пока на пути к этому. Вот, я надеюсь, у нас тоже это все получится со временем, но мне очень хочется сегодня пообщаться с детьми и понять, как они выстраивают отношения с незнакомыми взрослыми, как они ориентируются в детском саду, потому что такой опыт нам
перенимать и перенимать. Руководители дошкольных учреждений, участники семинара, решили сами посмотреть, в чем заключаются инновации садика. Условия организаторов семинара – не задавать вопросы взрослым, искать ответы только у детей. В чем заключается их деятельность, что такое open space и как выбрать занятия по душе. Все вопросы к детям. С детьми мы общались очень немного, все заняты своим делом. Вот. Если они отвлекались на нас, конечно, тогда мы задавали вопросы. Детям интересно, еще раз повторю, каждый занят своим делом, делом, которым хочет заниматься, а не которое ему навязали. В Open Space побывали? Да, мы прошли, зафиксировали для себя то, что нам было интересно. Какие-то идеи мы решили, да, на вооружение взяли, и я надеюсь, что нам удастся их воплотить. С детьми удалось пообщаться, очарованы англоязычной группой, очарованы, конечно, действительно нигде не видели такого опыта, как Open Space. Ну, ясно, что мысли организовать у себя в детском саду, как это изыскать возможности. Спасибо огромное, Наталья Юрьевна. Вопросы, которые интересовали гостей садика, в первую очередь безопасность малышей во время работы Open Space. Ведь ребенок самостоятельно передвигается по садику в те помещения, где идут разные виды образовательной деятельности и где ему больше всего по душе. Open Space – это открытое пространство для игр и развлечений. Хочешь – рисуешь, лепишь, экспериментируешь, изучаешь английский язык или занимаешься футболом, а может, музыкой. Виды деятельности на любой вкус. На время таких занятий двери детского сада закрыты, чтобы никто чужой не смог проникнуть в помещение. На каждом этаже, в каждом кабинете и в самой зоне Open Space находятся взрослые, которые смотрят за передвижениями малышей. Безопасность – первый и самый главный аргумент в инновациях. Стандарты школы «Росатом» они неразрывно связаны с требованиями в ГосДО. Поэтому здесь такого варианта, как не внедрить сетевые стандарты, его практически нет. Это вещи взаимодополняющие, живущие друг в друге. Я имею в виду федеральный образовательный стандарт и сетевые стандарты школы «Росатома». Какие вопросы? В основном, как быть и что делать? Потому что объем работы действительно большой, очень много нюансов, с которыми сталкиваются коллеги постоянно, когда они только вступают в сеть. Очень страшно отпускать детей. То есть у нас все-таки организация безопасности выходит на первый план. Очень много вопросов этому посвящено. Как нам работать с детьми, чтобы они могли в свободной деятельности себя чувствовать хорошо, нигде не упасть, не запнуться, не нарушить требования техники безопасности. Вот. Очень много вопросов по организации режима дня. Тоже вопрос интересный, потому что когда немножечко отходишь от организованной формы, педагог теряется слегка в режиме дня, не знает, что ему делать. Как же ему туда свою-то деятельность встроить? Вот у нас вроде бы свободный выбор, дети ходят, им хорошо. А что же воспитателю делать? Где он в этом процессе? Этот вопрос тоже очень важный. Опять же, как это юридически закрепляется? Потому что требования министерских к организации образовательного процесса никто не отменял. Тоже есть тонкости, которые мы с коллегами обсуждаем вот именно на эту тему. Как это все организуется, как это все легитимируется для того, чтобы можно было уже работать со спокойной душой и быть уверенными, что мы не просто инновационную работу организовываем, мы организуем работу законную. Вместе с Open Space здесь активно внедряется билингвальная среда, одновременное погружение детей в двуязычие – русский язык и английский. Также ребенку предоставляется право выбора и самостоятельного решения, чтобы на пороге взросления дети в будущем стали самостоятельными и успешными людьми. Совсем недавно в Новоуральске открылся первый координационный совет проекта «Школа Росатома» по подготовке педагогов дошкольных образовательных учреждений к конкурсным мероприятиям проекта. Эксперты совета будут рассказывать о своем успешном опыте в проекте и готовить коллег для участия в конкурсах «Школы Росатома». Желающих очень много, поэтому организаторы разделили работу совета на несколько этапов. Среди экспертов совета – педагоги детского сада номер 22, которым есть о чем рассказать и чему научить в теории и на практике. Ведь деятельность, которая проводится в рамках семинаров и мастер-классов, направлена на работу учителей и воспитателей, на возможность найти свой подход в образовании детей. А достижения педагогов – залог успеха подрастающего поколения, а значит и успешного будущего. Вместе с проектом «Школа Росатома».